Доброго здоровья, друзья! С вами «Лохматая душа» и «Наши проблемы». Сначала хочу сказать огромное спасибо всем. Всем, ребята, кто отзывается и кто поддерживает нас сейчас, в это самое тяжелое и очень холодное и трудное время. Моя искренняя благодарность вам всем за ваше милосердие, за вашу человечность, за вашу дружбу, ребята. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо вам. А сейчас я расскажу наши новости. После прозвучащего звонка мы поехали и забрали двух подростков. Сначала думали, что один из них девочка, лохматенький, который ползал на передних лапках. И почему-то это так сильно вбилось в голову, что, ребят, ввели в заблуждение и вас тоже. Извините, я приношу самые искренние извинения. На самом деле, ребята, наша Аврора оказалась Майклом. Майк – это его теперь имя. Так его назвали в клинике, когда над нами посмеялись и сказали, это же мальчик. Но смех был добрым на фоне грусти. А я считаю так, ребята, Господи, хоть горшком можно назвать, лишь бы ребенок жив и был здоров. Итак, ребята, Майк, мы оплатили, благодаря вам, 80 тысяч долг в клинике из 500 000. И именно поэтому нас приняли, скрипя сердце. Ребята, но врачи поставили условия. Операцию Майка мы должны будем оплатить сразу. Они идут нам навстречу. Мальчику сделали КТ, его осмотрели, проверили болевую чувствительность и приняли решение. Ребенка надо оперировать, и операция назначена на вторник, среду. Врачам потребовалось найти импланты, потому что у ребенка сломан позвоночник. Но позвоночник, ребята, без разрыва. И именно поэтому у Майка есть шанс. Ребята, операция очень тяжелая. Операция рискованная. И операция дорогая. Если вы с нами, мои хорошие, я понимаю, что вы отдаете последнее. Знаю, ребят. И тем не менее, обращаюсь к тем, кто приходит просто посмотреть. Извините за мою настойчивость, друзья. Но если вы пришли к нам, помогите. Встряхните свое сердце и помогите нам. Ведь мы просим не себе на бутылку и не на закуску. Ребята, мы просим для спасения жизни. Добро в этом мире возвращается. Я это твердо знаю, и вы тоже, если вы немножечко проанализируете вашу жизнь. Добро возвращается. И я призываю вас творить его. Вы с нами, мои хорошие? Майку необходима ваша поддержка. Ваши 100 рублей спасут его жизнь. Ваши 100 рублей спасут жизнь приюта. Ваши 100 рублей дадут шанс прожить еще месяц 2000 бездомных, которых мы с вами спасли и которые продолжают жить за нашей спиной, под нашей защитой. Вы с нами, друзья? Быть добрым в наше время трудно, очень трудно. Но если вы человек, и если у вас теплица, капля добра, вы отзоветесь. Отзоветесь, ребята. Я в вас верю. Я верю, что не может быть так много равнодушных людей. Верю, что нас все же больше. Иначе этот мир вообще загнется. Пусть капля добра, но из капель складывается река и океаны. Ребят, давайте творить добро. Давайте отзываться. Я благодарю вас. Всем сердцем, всей лохматой душой, от имени всех спасенной за эти годы вашей дружбой. От имени бездомышей лохматой души. Храни Бог ваши семьи. И пусть никогда боль и страдания не пересекут порог вашего дома.
Добра вам, люди, и храни вас Бог. Друзья, у нас встреча на Киевском вокзале. Я приглашаю вас всех. Такие встречи будут происходить каждый месяц, каждое последнее воскресенье каждого месяца. Число мы не указываем. Ребята, вы сами открываете календарь и смотрите. Каждое последнее воскресенье каждого месяца мы рады увидеть вас на Киевском вокзале с 12 до 15 часов. Удобно и вам, и нам. Нам все-таки добираться из Чехова 1,5 часа, поэтому стараемся как-то подгадывать. Не всегда угадаешь пробки или что-то остальное. И еще, друзья, поверьте, нам нужна любая ваша помощь. Лекарства, стройматериалы, тряпки, старые шубы, одеяло, покрывало, подушки перьевые. Ни в коем случае, ребята, разрывают, и мы плаваем. Поэтому, мои хорошие, на ваше усмотрение...